Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас 17 ноября 2020 года. Солнышко светит ярко, ни одной нету тучки, но очень холодно. Минус 5 градусов. И сильный ветер. Конечно, упустила я момент. Нужно было мне раньше укрыть свой лук. Здесь вот две грядки у меня сидит чеснока, а здесь вот две грядки штутгартен. Лук посажен. И грядочка. Один рабочий чесночка и один рабочий батона лука. Вот здесь вот у меня сидит батон. Буду укрывать. Сильно много древесной стружки я не буду сыпать. Вот на две грядки высыплю три мешка. А завтра уже, по-видимому, буду я укрывать чеснок. Потом я вам покажу. Ну, будем усыпать по полтора мешка на одну грядку. Вот полтора мешка я высыпала. Но видите, что происходит? Ветер, боюсь, раздует мою грядку. Придется еще добавлять. Жалко. Упустила моменты, но у нас еще обещают тепло. Где-то у конца ноября будет даже до плюс 9 доходить. И я проверю, подмерз ли мой лучок или с ним все в порядке. Будем работать дальше. Укрыла я свой лучок. Естественно, я чернушку апрельского укрывать ничем не буду. Она присыпана в ровочке перегноем. И с ней ничего не случится. Ну, завтра будем с вами укрывать чеснок. Хотела посмотреть, но земля настолько замерзшая, прям ужасно. Но чеснок мороза не боится. С ним ничего не случится. Видите, какой зеленый, красивый у меня еще сидит. Подмерзший уже щавель. Еще не укрыла я свои ягоды. В этом году как-то я задерживаюсь с укрытием. Да и ноябрь прохладнее. В прошлом году еще было очень тепло. Здесь я буду укрывать ягоды песком. Когда станет тепло, оттает все, я обрежу. Ну и, по-видимому, завтра еще мы с вами укроем розу. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда, буду вам рада. До свидания, до новых встреч. Пока.